Я с ума схожу, я обожаю это, блядь, такие блины потрясающие. Борщ стоит, картошка. Борщ, мне все стоит, все, что я хочу. И блины. Я хочу эти блины просто в рот себе засунуть. Эти... Брокколи. Рис. Диана, я хочу твои блинки. Фарш. Блиночки твои. Капуста. Но это все, это все. Какие черты блины? Я хочу блины. Я готовила сколько? Ты же обещала блины. И нахер блины. Ты сказала, что дашь мне блины. Еды мало. Я хочу почувствовать на руке, как твои блины ложатся на руку и грею по ладони. А потом я вот так, блин, беру так на лицо, перекидываю. И держу, блин, на лице, и он вот так вот. Он вот так вот громко обтягивает мое лицо, он теплый, он греет мое лицо. А потом я вот так начинаю всасывать. И он всасывается, я чувствую так громко, потихонечку, лаская мое лицо, уменьшается. И, наконец, блин, начинает внутри меня. Я хочу твои блины, умоляю тебя, пожалуйста. Я могу тебе только ногой огреть. Ногой огреть? Ногой огреть. Ногу хочешь почувствовать на лице? На лицо он захотел. Она расплющится у меня на лице. Давай попробуем. Что сначала блинков. На! О, давай еще раз. Зубы выдал. Давай еще, давай. Подожди, зубы выплюну. Шатаются. Секунду. Как она готовила? Я больше никогда в жизни не буду готовить для тебя блины. Теперь это. Ты ублюдок. Ты простил слишком много. Блин, что Паша, ну зачем? На. Ты брокколи, но господи, мне в ухо заспал. Я больше бить тебя не хочу. Ну пожалуйста, я всего лишь хотел блины. Я больше никогда в своей жизни не притронусь к сковороде. Ты как оверреактинг! Я тебя не вижу! Да я просто хочу блинов! Тварь, неблагодарная! Почему? Ты просто я просил блинов! Ты не оценил мою работу. Я с утра готовил, старался. Но я хотел блины почувствовать в руке. Тварь! Нет, пожалуйста, что ты не такое! Открывай рот!